С сегодняшнего дня в Москве и Московской области вводят пропускную систему. Это значит, что теперь выйти из дома можно лишь при наличии специального QR-кода. Электронное разрешение представляет собой шифр, где первые четыре знака означают дату окончания срока действия пропуска. А остальные 12 позволят идентифицировать его владельца и цель поездки. Если вы работаете в организации, которая продолжает деятельность в условиях пандемии, вам выдадут пропуск сроком до 30 апреля. В случае, если вы нуждаетесь в постоянном наблюдении медиков, разрешение необходимо будет оформлять ежедневно. Такой пропуск действителен в течение одного дня. Для передвижения в личных целях, будь то поездка на дачу или выход в магазин, пропуск выдается на один день и разрешает путь до места назначения и обратно. Его можно будет оформлять два раза в неделю. Необходимости оформлять пропуск нет у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, служащих федеральных и региональных органов власти, а также журналистов. В этом случае для подтверждения своего статуса необходимо предъявить сотрудникам полиции свое служебное удостоверение и паспорт. Получить официальное разрешение на передвижение в Московской области можно несколькими способами зарегистрироваться в приложении госуслуги «Стоп коронавирус», отправить СМС на номер 0250, а также позвонив по номеру горячей линии, который вы видите на своих экранах. Пропускная система носит заявительный характер, однако сотрудники полиции и ГИБДД вправе потребовать разрешения. За отсутствие специального кода для передвижения по Москве и области властями предусмотрен штраф в размере 4000 рублей. Контролировать наличие пропуска начнут уже со среды 15 апреля. Ненабережная новости Химки ТВ.